Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 49-е упражнение. Нужно прочитать предложения, которые объединены одной темой. Это тема «Древнерусский язык». Можно ли из данных предложений составить текст? Да, можно. Что для этого нужно сделать? Нужно поменять их местами. И нужно переписать, чтобы получился текст. Древнерусский язык – это язык древних русичей. Этот язык был прародителем трех близкородственных славянских языков – русского, украинского, белорусского. Древнейшие памятники письменности древнерусского языка датируются середины XI века. Это рукописные книги, берестяные грамоты, надписи на камнях. Азбуку древние русичи получили, когда в 988 году на Русь вместе с христианством были принесены церковные книги на славянском языке. Евангелие, апостол, псалтырь, проповеди и поучения учителей церкви. Азбука эта называлась кириллицей по имени славянского переводчителя IX века Константина Кирилла Философа. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.